Министерство инновационного развития совместно с программой развития ООН провели круглый стол по применению инновационного подхода к стратегическому планированию «Форсайт», то есть методики долгосрочного прогнозирования научно-технологического и социального развития, основанной на опросе экспертов. Подробнее тему раскроет Гузаль Ширинова. Организаторы семинара поставили перед собой цель достичь повышения осведомленности госслужащих и экспертного сообщества о форсайте, то есть инновационном подходе к стратегическому планированию. Среди важных задач – определение драйверов развития в Узбекистане, потенциальных рисков при реализации стратегии, а также разработки наиболее благоприятного сценария для развития страны. По мнению участников, этот семинар станет частью комплексной работы, проводимой Министерством инновационного развития по разработке одного из ключевых документов, определяющих вектор будущих реформ, стратегию инновационного развития Республики Узбекистан, в приоритете которого повышение благосостояния общества и достижение цели устойчивого развития посредством перехода на новый путь. Специалисты подчеркивают, форсайт призван помочь определить перечень факторов, способных повлиять на существующие тенденции, поскольку за дело берутся более 70 экспертов из самых разных сфер, включая представителей государственного и общественного строительства, сферы науки и образования, специалистов разных отраслей и бизнеса. В дальнейшем участники приступят к разработке планов действий под эгидой Министерства инновационного развития и ПРООН в Узбекистане.